Всем привет! Сегодня я с вами Фаусулук. Сегодня мы будем троллить кого-то в танках онлайн и блокировать Windows. Так, сейчас. Ой, извините, Так, сходим чуть из контакта. Так, заходим. Так, сейчас. Вот, заходим вот сюда, вот, кто выигрывает, кто проигрывает, заходим. Сейчас мы им навешаем. Так, колбочит на истау и пишем. Так, Чит. Бесплатно. Так, ждем, сейчас ждем. Или кто дружить поска еще по так то дружить скайпу. Так, ждем. Блин, никто не отвечает. Давайте в Майнкрафте, что ли. Открываем. Вот эта музыка меня прикалывает, да. Так, вот сделаем. Зайдем на Mindplex, что ли. Он прикольный серверок. Да, надо сделать потише. Сейчас подождите. Хотя я... Подождите. Так. Сейчас мы сделаем обувь. Ай, блин. Сейчас я поставлю на паузу и поменяю себе пароль. Все, больше не можете, можете и не пытаться заходить, если я поменял пароль. Угу. Можете не пытаться так. Жить по скайпу. Блин, как это мне надоедает. Я дружить по скайпу. Так, пишем мой скайп. Так, пишем курс. Вот, скайп. Так, ждем, я мистик. Ну. И
Мы ждем машину грязи. Да блин, а кто дружить? Вот, все. Алло. Привет. Ну, а хочешь, я скину прикольный чит, который, ну, с помощью которого ты сможешь летать и все остальное можешь делать. Ну, нет, это совместно. Ну, ты знаешь, там Брюлетари такой чит есть, знаешь? И ноду знаешь, чит. И я совместил это, я попробовал создать программу, у меня получилось, и у меня получилось это. Ну, я совместил эти два чита. Скину тебе чит. Давай сейчас тебе скину. Вот эти я скидываю. Просто у меня не было времени, я создал такую картинку, окей. Ничего. Просто уходил. Включи на сразу с экрана. Так. Сейчас. Я только, ну, неделю играю. Интересно, что так... А, точно. Знаешь, почему так долго скачивается? Потому что там очень много файлов. Мне просто нужно было уже уходить. Я не успел доделать там эту картинку. И сделал такое. Сейчас будет прикол. Сейчас будет большой прикол. Очень большой прикол. Алло.
Блин, а сейчас скину заново. Чит. Сейчас. А у тебя комп слабый или какой? Просто на слабых компьютерах этот чит не работает. Там слишком много файлов и комп не выдерживает. Я даже пробовал моего друга, у него такой слабый компьютер уже. И не получилось. И комп потом очень долго, очень сильно лагал, точнее. Пришлось переустановить и пришлось удалять чит. Поэтому я и спрашиваю, у тебя слабый или такой нормальный. Прикинь, сейчас играю в TNT Run, ни разу не прыгнул и все равно на первом месте. Ой, на третьем. Ну и последнем.
Чит скачался, посмотри. Что? Окей. Его очень легко устанавливать. Кстати. Он уже, наверное, его установил. Он, наверное, его... Ай, блин. Занят, блин. Блин, значит, слишком уж долго устанавливается, люди. Кстати, я пересоздам чит, не зря же оставлял Винлокер. Внимание, Винлокер. Два, один. Два. Это мне нравится. Нет, 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 вот, вот, вот это. Нравится вот это, что цвет. Этот зеленый. Это тоже зеленый. Так. Нет, 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 я придумал. Мне просто. А что? Теперь выбираем все. Создать ваши ногти под названием. Окей. Все. Так, сейчас его переименовываем. Да. Чит. 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 Чита 2, все. Сейчас еще пишем. Так, выходим, пишем. Хаб. Блин. Спал. Короче, зайдем в портал. Легче всего заходить в портальчики. Появляйся. Пишем. Дружить. Дружить. По скайпу. А, ну точно, точно, точно. Сейчас у меня еще кто-то просился. Так, ну вот, вот, вот. Принять. Ага, обучаться сети. И так, 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 так. Вот, смотри, так, как это. Дружить по скайпу. Дружить по скайпу. И результат. Какой же? Ну, я знаю, кому можно позвонить. Но думаю, он откажется, что... Ну, сейчас посмотрим. Так, с моим названием. Алло, привет. Хочешь, я тебе скину чит прикольный? На все, короче. Ну, ты знаешь чит Брулетаря? В Майн.
Окей, так тебе скину чит. Ну не надо. Почему? Боишься? Боишься все-таки, что ли? А чё? Ты знаешь чит Брулитари? Знаешь чит Брулитари? И он, если даже на сервере стоит античит, то им можно пользоваться. Я придумал такую схему. Что последний день на серваке? Ну, у тебя есть серв, просто серв? Ну, нет. Просто серв? Нет. Здесь просто... Давай, и пиши в скайпе. А? Пиши в скайпе сервер. Я сейчас отойду, окей. Ну... Блин, не получилось все-таки. И с тем, и с этим. Но все-таки. Алло. Алло, чё? Я вернулась, я просто отошел. Понятно. Дебил. Здесь пацан не закрывает территорию. Давай, пишу в скайпе. А тебе на всякий случай чит, если захочешь. Окей. Нифига себе, 434 гигабайта. Ну, все-таки чит. Там 2 часа. Ой, 2 этих. 2 чита я совместил. Брулитари и Нодус. Им просто и запускаешь, и просто нажимаешь на Ctrl, и там чит сам включается. Но он долго перекидывается, так что... А чё с сервером-то? Ты говорил, последний день ему. А чё такое? Я уже зашел на сервер, кстати. Скажи свой ник. Я делаю, прикинь, день. Я где-то пахнусь.
А это что за голос? Может, ты скажешь какой-нибудь? Что какой-нибудь? Алло. О. Что какой-нибудь я скажу? А что делает этот рычаг? Что этот рычаг делает-то? Все, больше не. А что этот рычаг делал? Слышь, может, ты скажешь? Что скажу? Сердце. Смотри. Я летаю. Как? Как ты летаешь? Как ты летаешь? Я чистый. Я даже с помощью щита Нодус не могу летать. Прикрепила, так, прикрепила, так. Не надо. У меня меч на тысячу. Блин, ты пойми меня. Прикинь, тут мастер К. Прикинь, тут мастер КРД что-то ломает. Прикинь, тут мастер КРД ломает что-то. Алмазные блоки ломает, ставит их. Я тебе написал. Как ты летаешь-то? Ну я же говорю, я чит. Ну и что, у меня тоже есть щит Нодус. Так у меня не Нодус. Какой? А вот такой. Ту-ту-ту. А вот такой. Ты чё? Ай! Ты пой мне. Это я. Дай вещи. Ты тоже летаешь? Дай вещи. Нет, я не могу летать. Нет, не надо. Алло. Блин, он отключился, люди. Ну, я думаю, пора на этом заканчивать видео. Ну, извините меня, люди, за то, что я ничего такого не сделал. Короче, всем пока. С вами был Фаусвук. И до новых встреч. Тим-тим-тим.